Господин секретарь. Господин Чичиков, как это опять вы? Что же это такое? Утром вы мне в опекунском совете надоедаете, а по вечерам вы меня по трактирам ловите. Пропустите меня! Господин секретарь. Послушайте, добрейший, я уже говорил вам, что ничего для вас сделать не могу. Почтеннейший, я с места не сойду, пока не получу от вас надлежащей резолюции. Мой доверитель уезжает. Ваш доверитель разорил имение. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, почтеннейший. Кто-то бесчисленный. Проиграли с картишки, закутили, промотались совсем. Ваш доверитель довел имение до крайней степени. А вы хотите заложить его в опекунском совете по 200 рублей за душу? Кто же у вас его примет заклад? Кто? Ну зачем же быть так строг, почтеннейший? Имение разорено не урожаями, скотскими падежами, плутом, приказчиком. Изволили уронить. Вот это другое дело. Но ведь я в совете не один. Там есть и другие. Другие тоже в обиде не будут. Я сам служил, дело знаю. Ну, тогда подавайте бумаги. Только вот какое обстоятельство, между прочим. Ну? Половина крестьян в этом имении вымерла, так чтобы потом не было каких-нибудь привязок. Хорошо имение. Не только разорено, но еще и люди вымерли. Уж почтеннейший. Ну, а вот по ревизской сказке они числятся? Числятся? Да чего же вы оробели? Один умер, другой родится. Все в дело годится. Ну, раз по ревизской сказке они числятся живыми, стало быть, живые. Чего? Ничего. То-то же. Подавайте бумаги. Ах я, Ким, простота. Ах я, ах я. Ищу рукавиц, а обе за поясом? Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000, да заложи в опекунском совете по 200 рублей за душу. Вот уже 200 000 капиталу. Без земли нельзя ни купить, ни заложить. А я их куплю на вывод. На вывод. Земли в Херсонской губернии отдаются почти даром, только заселяй. Вот туда-то я их и переселю. Мертвых. Херсонскую их, в губернию. Пусть себе там живут покойнички. А теперь и время удобное. Недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало.
под видом избрания для себя места для жительства, загляну в те углы, где можно удобнее и дешевле приобресть потребного народа. Сперва визит к губернатору. Конечно, трудно, хлопотливо. Страшно, что как бы еще не досталось. Как бы и из этого не вывести какую-нибудь историю. Ну, как схватят, да публично, плетьми, да в Сибирь. Ну да ведь дан же на что-нибудь человеку ум. А главное то хорошо, что никто не поверит. Никто. Предмет покажется невероятным. Никто не поверит. Еду. Еду. Вашему превосходительству коллежский советник Павел Иванович Чичков. Чичиков? Так точно. Дай фрак. Слушай. Сказать ли вам чистосердечно, что глупо старику любить? Старик дурачится, конечно, но как об этом говорить? Но как об этом говорить?
Проси. Слушаю. Ваше превосходительство, прибывший в город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым сановникам. Счел долгом лично представиться вашему превосходительству. Прошу садиться. Вы где служили? Поприще службы моей началось с казенной палаты. Дальнейшее же течение оной продолжал в разных местах. Был в комиссии построения. Построение чего? Храма Христа Спасителя в Москве, ваше превосходительство. Благонамеренный человек. Эка оказии, храм, как кстати, пришелся. Был в надворном суде, так. В таможне, ваше превосходительство. Таможне? Вообще я незначащий червь мира сего. Терпением повит, спеленат и сам. Олицетворение терпения. Что было от врагов по службе, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая кисть не может рассказать. Жизнь мою можно уподобить как бы судну среди волн, ваше превосходительство. Судну? Судну, ваше превосходительство. Ученый человек. Дурак этот губернатор. А в какие места едете? Еду я... потому что на склоне жизни ищу уголка, где бы можно было провесть остаток дней. Но остаток остатком, но видеть свет и коловращение людей... Коловращение? Есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука. Правда, правда. В губернию вашего превосходительства въезжаешь, как в рай. Это почему же? Дороги везде бархатные. Правительство, назначающее мудрых сановников, достойны большой похвалы. Любезнейший... Павел Иванович, ваше превосходительство. Прошу вас пожаловать ко мне сегодня на домашнюю вечеринку. Почту за особую честь, ваше превосходительство. Честь тебе, ваше превосходительство. Честь тебе, ваше превосходительство. Простите. Это кто же так искусно вышел каемку? Это я вышиваю кошелек. О!
Скажите, скажите. Честь тебе. Пошел тамбовский мужик. Пошла старая попадья. А я его сам уже превосходительство. Вот так. Ваше превосходительство, Павел Иванович. Павел Иванович, весьма рад. Здоровья, ваше превосходительство. Поясница побаливает. Ну, пройдет, ваше превосходительство, но это нечего смотреть. Душечка, позволь тебе представить, коллежский советник Павел Иванович Чичиков. Так это вы, Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, позвольте вам представить. Наш прокурор Антипатр Захарьевич. Председатель здешней палаты Иван Григорьевич. Алексей Иванович. Полицмейстер. А вот позвольте, Бербендовский. Верхуновский, ку-ку, чиновники. Как вы нашли наше общество? Ваше превосходительство, это не губерния, это сам Париж. А что скажите, ваше превосходительство, значительные помещики есть в губернии? Есть. Приятно было бы познакомиться. Да вот, позвольте вам представить, помещик Манилов. Павел Иванович Чичиков. Павел Иванович. Здрасте, Павел Иванович, очень приятно. Попрошу вас. Пожалуйста. Ну, как вам показался наш город? Очень хороший город. Общество самое обходительное. А, позвольте, как вы нашли нашего губернатора? Ну, не правда ли, что... Препочтеннейший человек. Совершенная правда. Препочтеннейший человек. Вы знаете, как он может принять всякого, наблюсти такую деликатность в своих поступках. Обходительный человек. Он мне показывал своей работы кошелек. Какой искусник. Редкая дама может так искусно вышить. Ну, позвольте, позвольте. А как вы нашли нашего... Полицмейстер, а?
Ну, не правда ли, что очень приятный человек? Совершеннейшая правда. Очень приятный человек. И какой ум. О, ну, достойный человек. А какого вы мнения о жене полицмейстера Павловича? Это одна из достойнейших женщин. Ведь вы всегда в деревне проводите время. Да, да. Больше в деревне. Впрочем, приезжаем. Иногда и в город, но только лишь для того, чтобы увидеться вот с образованными людьми. Что? Знаете, так одичаешь, если будешь жить все время в заперти. Вот, другое, вот. Другое дело, если бы соседство было хорошее. Ну, да. Вот такой человек, с которым можно поговорить о любезности, о хорошем обращении. Ничего нет в мире лучше, чем жить в уединении и наслаждаться зрелищем природы. Павел Иванович, убедительно прошу сделать мне честь своим приездом в деревню. О, не только с большой охотою, но почту за священнейший долг. Душенька, душенька, разинь, душенька, свой ротик. Но? Я положу тебе этот кусочек. Павел Иванович, позвольте вам представить, моя жена. Ах. Лизонька, Лизонька, это Павел Иванович. Павел Иванович! Павел Иванович! Павел Иванович! Павел Иванович! Боже мой, какая прелесть! Павел Иванович! Да, только 15 верст от городской заставы, что деревня такое? Маниловка, Павел. Приезжайте, Павел Иванович! Непременно! Приезжайте, Павел! Сочту за священнейший долг! Да, только 15 верст от городской заставы, понял, деревня... За Маниловка! Нет, 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 нет! Маниловка, Павел Иванович, Маниловка. Приезжайте, непременно, Павел Иванович, приезжайте. Непременно. Павел Иванович, приезжайте непременно. Приезжайте. И ко мне прошу, Собакевич. Не правда ли, какой прекрасный человек Иван Григорьевич? Кто такой? Председатель. А, это вам показалось. Он только что масон, а дурак какого и свет не производил. Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек. Варвар. Как варвар? Первый разбойник в мире. Как? Губернатор разбойник? Никогда бы этому не поверил. Скорее, даже мягкости в нем много. Кошельки вышивает собственными руками. Ну что, ласковое выражение лица? Да, лицо ласковое. Разбойничье. Да вы ему дайте нож, да выпустите на большую дорогу, он вам вышьет кошелечек. Что вы говорите? Он за копейку вас зарежет. А? Он да еще вон, вице-губернатор, Гога и Магога. Да, весь город такой, но я их всех знаю. Секта мошенников. Ай. Да, мошенник на мошеннике сидит, и мошенник, говорит, погоняет. Все христопродавцы.
Один, правда, есть порядочный человек. Кто такой? Прокурор. А, да. Да и то, если сказать правду, свинья. Прошу ко мне. Благодарю вас. Компания, ваше превосходительство, здравствуйте, прокурор, председатель, полицмейстер, знакомьтесь, господа, дядь мой. Здравствуйте, только с одной бакенбардой. Я ваше превосходительство только что с ярмарки. Да-да, вижу, долго погулять. Зять мой, вижу. Весьма рад. Да. Ну, господа, поздравьте, продулся в пух, Березин никогда в жизни так не продувался. Не только 4 рысаков убухал, а все решительно спустил. На мне ни цепочки, ни часов. Взять мой Межуев, может, цепочка-то? Он у тебя один бакенбард меньше другого. Меньше. Настрёк, познакомься. Какими судьбами в наши края? Дай я тебе поцелую, душа моя. Кто это? Павел Иванович. Ах, Чичиков, вот это молодец, это хорошо. Ты куда ездил? А я только что с ярмарки. Веришь ли, у меня во рту точно эскадрон переночевал. Да я тебе поцелую, душа моя. Вы не знакомы? Познакомьтесь. Зять мой Межуев. Мы с ним все утро говорили о тебе. Обо мне? Да, говорю. Ну, говорю, смотри, если мы не встретим Чичикова. Меня? Тебя? Чичиков. Как жаль, что тебя не было с нами. Ярмарка была отличнейшая. Как мы покусили. Шампанское было такое не клико, а двойное клико, что значит матрадура. Да-да. Веришь ли, я в продолжение обеда выпил 17 бутылок шампанского. Нет. 17 бутылок ты не выпьешь. Как честный человек, говорю, выпью. Ты можешь говорить что угодно, а я тебе говорю, что ты иди. 10 не выпью. Об заклад выпью. Поставлю ружье, которое купил в городе. О, нет, не хочу. О, не хочу. Был бы ты без ружья, как без шапки. Эх ты, Сичиков. Сичиков, ну что тебе стыло приехать, да? Свет нужно за это. Скотовод ты такой. Ну поцелуй меня, душа моя. Ну поцелуй. Вот судьба свела. Ну что он мне, или я ему? Он приехал, бог знает откуда, и я тоже здесь живу. Ты куда завтра едешь? К Манилову, а потом еще к одному человечку тоже в деревню. Добро, человечка, поехали ко мне. Нет, не могу, есть дело. Ах уж и дело, ах уж и выдумал. Ах ты, а подельдок, Иван. Право дело, да еще и нужное. На, ты скажи, кому? Ну, к Собакевичу. Кому? К Собакевичу. Я не понимаю. Что тут смешно? Собакевич. Ты жизни не будешь рад, это же жидомор. Да, ты же что, копеешься, если вздумаешь там найти банчишку или добрую бутылку бонбона. К черту, Собакевича, поехали ко мне. Я ему дал слово. Просто... Всего только 5 верст. Ну хорошо. Я приеду к тебе послезавтра. Да. Только чур не задерживать, мне время дорого. Молодец, вот за это я тебя люблю. Ну дай же я тебе поцелую, душа моя. Ура! Ну, чем это? Что это? Что? Голова!
Николаевич, у нас нет таких обедов, как на паркетах в столице. Приятный разговор лучше всякого блюда. Ну, в таком случае, Иванович, я попрошу вас в мой кабинет. Кабинет. Прошу вас, Павел Иванович, кабинет. Благодарю. Кабинет. Павел Иванович, прошу вас в мой кабинет. Сделайте, не беспокойтесь, так для меня я пройду после. Нет. Павел Иванович, вы гость. Пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите. Нет, нет, Павел Иванович, я не могу позволить пройти позади себя такому вот образованному человеку. Ну, почему же образованному? Пожалуйста, проходите. Павел Иванович, извольте проходить вы. Да чего же? Ну, от того же. Павел Иванович, вот мой уголок. Приятная комнатка. Павел Иванович. Благодарю вас. Почтеннейший друг мой. Павел Иванович. Почтеннейший друг мой, мне нужно переговорить с вами об одном деле. В таком случае, Павел Иванович, я попрошу вас расположиться вот в этих креслах. Позвольте, я сяду здесь. Нет. Павел Иванович, позвольте мне вам этого не позволить. У меня это кресло ассигновано для гостя. Уж вы ради, не ради, но должны сесть, Павел Иванович. Прошу вас, Павел Иванович. Благодарю. Вот сюда прошу вас. Вот так. Нет, 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 нет. Павел Иванович, вот такой. Ну зачем? Позвольте мне вас попотчевать трубочкой. Ой, нет, не курю. Говорят, трубка сушит. Павел Ильич, позвольте вам заметить, это предубеждение. Я не курю. Ну, курить гораздо здоровее, нежели нюхать табак, Павел Ильич. Ну, наконец-то. Наконец-то вы нас удостоили своим посещением. Право, такое доставили наслаждение, это... Майский день, ну Павел Иванович, именины сердца. Помилуйте, помилуйте. Ни громкого имени не имею, ни ранга заметного. Вы, Павел Иванович, вы все имеете, даже более того, я бы вот с радостью отдал половину своего состояния для того, чтобы иметь хоть часть тех достоинств, которыми обладаете вы, Павел Иванович. Ничтожный человек и больше ничего. Как в самом деле было бы хорошо жить вместе, под одной кровлей, или под тенью какого-нибудь вяза, пофилософствовать, углубиться, следить такую какую-нибудь такую науку, Павел Иванович, так, чтобы расшевелить бы душу и дало бы парение бы, этакое бы. Да, была бы райская жизнь. Райская жизнь. Но... Позвольте сначала одно дело. Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Давно. Лучше сказать, я не припомню, пожалуйста. А как с того времени много у вас умерло крестьян? Умерли. Я полагаю, лучше всего спросить об этом приказчика. Нет. Собственно, для каких причин это вам нужно? Вы спрашиваете, для каких причин? Да. Причины вот какие. Я желал бы купить
крестьян. А, позвольте вас спросить, как бы вы их хотели купить, с землей или так? На вывод, то есть без земли? Нет, я не то чтобы совершенно крестьян. А что такое хочется? Я хотел бы купить мертвых. Павел Иванович, вы меня извините великодушно, а я несколько тук на ухо. Мне сейчас послышалось пристранное слово. Нет. Я желал бы купить мертвых. Итак, я желал бы знать, можете ли вы мне таковых передать, уступить? Я вижу, вы затрудняетесь. Я? Нет. Я ничуть, правда. Я не могу постичь. Меня, извините великодушно, я не мог получить такого блестящего образования, которое заметно вот в малейшем вашем движении. Но, может быть, вот в этом только что изложенном изъяснении скрыто что-нибудь иное, да? Вы выразились это так для красоты слога, да? Нет, я полагаю, предмет таков, как он есть. То есть, точно, души, которые уже умерли. Итак, если нет никаких затруднений, то можно бы перейти к совершению купчей крепости. То есть, как так, Павел Иванович, это как на мертвых и купчую? А, нет. Нет? Нет, мы напишем, что они живые, так как и стоит в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Я не имею перед законом. Ну вот. Вот если нет никаких затруднений. Нет, ну я вижу, вы сомневаетесь. Тогда... Я ничуть, Павел Иванович. Я не для того говорю, чтобы иметь, так сказать, это критическое предосуждение. Позвольте. Вас, но позвольте вам доложить, Павел Иванович, не будет ли вот этот предприятие? Так, чтобы еще более выразиться, Павел Иванович, негоция. Ну вот не будет ли это негоция, не соответствующая гражданским постановлениям и вообще дальнейшим видам всей России? О, нет! Нет? Казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины. Так, значит, вы полагаете? Я полагаю, что это будет хорошо. Павел Иванович, ну, если это хорошо, я против этого ничего не... Ну, Павел Иванович, только если это хорошо. Ой. Ну... Теперь остается условиться только в цене. Как это в цене? Что же вы полагаете, что я буду брать деньги за души, которые в них вроде, так сказать, окончили это свое земное существование? Павел, ну, если уж вам же пришло в голову это фантастическое желание, я отдаю их вам безинтересные. Купчие я беру на себя. Почтеннейший друг. О! Ну, Павел, ну это же сущее ничего. Это ж сущее. Я просто хотел вам доказать чем-нибудь свое сердечное влечение, такой магнетизм души. Что такое умершие души в некотором роде совершеннейшая дрянь? Очень не дрянь. Если бы вы знали, какую услугу вы оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и без рода. Да, чего не претерпел я, как барка какая-нибудь среди свирепых волн. Не худо бы купчую совершить поскорее. Вы уж, пожалуйста, составьте подробный реестрик в
всех поименно. Не худо бы так же, чтобы вы сами понаведались в город. Будь уверен, Иваныч, не долей, как через 2 дня. Вот оно, сердечное влечение, Иваныч. Это магнетизм души. До скорого свидания. Вы хотите ехать? Конечно. Нет, Павел Иванович, оставайтесь. Нет, позвольте. Павел Иванович, оставайтесь. Ну как же, я должен заставить. Лизонька! Лизонька! Павел Иванович оставляет нас. Нет. Это потому, что мы надоели Павлу Ивановичу. Ну что вы, здесь. Где? Здесь. Да, вот здесь. В сердце прибудет приятность времени, проведенного с вами. Как в самом деле было бы хорошо жить вместе. Если не под одной кровлей, то хоть в ближайшем соседстве. Ну, давайте, никак не могу, никак. Ну, ой, вы взгляните, какие тучи. Ну, что, это маленькие тучки. Скажите, как от вас лучше проехать к Собакевичу? А, это надо пропустить 2 поворота и поворотить на третий. Мы сами расскажем всю кучу. До свидания, Павел Иванович! Оставайте! Ах, как бы в самом деле хорошо было бы жить вместе с Павлом Ивановичем на берегу какой-нибудь реки. Или нет, дом. Дом построить с таким бельведером, чтобы можно было видеть Москву. Чай. Чай пить на этом бельведере, на открытом воздухе, вместе с Павлом Ивановичем. А дома к этой речке провести подземный ход, а через речку выстроить мост, и чтобы на нем бы стояли лавки, в них бы сидели купцы и торговали такими разными мелкими товарами, нужными для крестьянства. А потом мы вместе с Павлом Ивановичем в каретах поехали в какое-нибудь общество. Павел Иванович Чичиков. Ой, какая приятная фамилия. Чичиков. А потом государь-император. Монарх, узнав вот о нашей такой дружбе, пожаловал меня и Чичикова генералами. А? Генерал Манилов. И генерал Чич... Нет. Позвольте. Они же мертвые. Мавракардата, грецкий полководец. Калкотрони, грецкий полководец. Канари, грецкий полководец. Багратион, наш худенький,
О? Это Дрозд мой. Древняя римская монархия, многоуважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство, и иностранцы справедливо ему удивляются. По существующим положениям Российской империи, ревизские души, окончившие свое земное поприще, числятся до подачи новых ревизских сказок наравне с живыми. При всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их платить подати так, как бы за живой предмет. Чувствуя уважение к вам, Михаил Семенович, готов бы я взять даже на себя эту тяжелую обязанность в смысле этих несуществующих душ. Вам нужно мертвых душ? Да, несуществующих. Извольте, я готов продать. А как же цена? Хотя, впрочем, это такой предмет, что о цене даже как-то странно. Ну, чтоб не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку. Посту? Что, разве для вас дорого? Однако же, какая ваша цена будет? Ваша цена. Очевидно, мы не понимаем друг друга, Михаил Семенович. По 8 гривен за душу самая красная цена. Куда хватил? По 8 гривен. Я продаю не лапти. Но, однако ж, согласитесь, ведь это тоже и не люди. А вы что думаете, сыщете такого дурака, который вам по 2 гривенному продаст ревизскую душу? Михаил Семенович, позвольте, ну зачем же вы говорите ревизскую душу? Ведь душ-то самые уже умерли. Остался один неосязаемый чувствами звук. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубли, извольте, дама, больше не могу. Стыдно. Стыдно вам давать такую сумму. Торгуйте. Позвольте. Торгуйте, сдайте настоящую цену. Да не могу, Михаил Семенович, верьте совести, не могу. Ну, хорошо. По полтинке прибавлю. Да что вы скупитесь? Мой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не душу. Позвольте. А у меня все на отбор. Не мастеровой, так иной какой здоровенный мужик. Михаил Семенович. Да вы его... Вы только разглядите. Вот, каретник Михеев сам и обобьет, и лаком покроет. Позвольте, Михаил Семенович. О, пробка, Степан, плоть. Я вам голову прозакладываю, если вы где встретите такого мужика. 3 аршин с вершком росту, трезвости примерно. Позвольте, дослуженному гвардии, ему бог знает, что дали. Позвольте, Михаил. Вы позвольте. Милушкин, кирпичник,
Мог сложить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги. Что сапоги, то и спасибо. И хоть бы в рот Хмельнова. А Еремей Сорокоплёхин в Москве торговал. Одного броку 500 рублей приносил. Да позвольте, Михаил Семенович, ну, зачем же мне перечисляете все их качества? Ведь это народ все... Мертвый? Мертвый? Мертвый. Мертвый, Михаил Семенович. Ох, да, мертвый. А что толку от тех, кто числится живущими-то? Разве это люди? Однако они существуют, а это ведь просто... Мечта? Ну, нет, он, каретник, Михей, вы вот таких не сыщите. Нет, нашли мечту. Нет, Михаил Семенович, нет. Больше 2 рублей не могу дать. Ой, ну ладно. Ладно, не думали, что дорого запрашиваю. 75 рублей, да, ну, и то только для знакомства. Михаил Семенович, мне... Мне странно, право. Ну, ведь предмет просто фу-фу. Ну, что он стоит? Кому он нужен? Ну, вот вы покупаете, стало быть, нужен. М? 2 рублика. Что вы скупите? Сдавайте, давайте настоящую цену. Ну, извольте. Ну, давайте, ну. Ну, извольте. Фух. По полтинке прибавлю. Да, последнее словцо. 50 рублей. Да ну что вы, Михаил Семенович, ну, да что в самом деле? Как будто точно серьезное дело. Я в другом месте их ни почем возьму. Знаете, какого рода покупки, да расскажи я. Михаил Семенович, я покупаю не для каких-либо надобностей, а так, по наклонности собственных мыслей. Во-во-во-во, я про наклонность ты говорю. 2 с полтиной, не хотите? Нет. Прощайте. 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 Михаил Семенович. Давайте. Давайте, по 30 и берите к себе. Михаил Семенович, я вижу, вы просто не хотите продать. Прощайте, Михаил Семенович. Ну, прощайте. Что это? Больно вам. Больно. Ну, посидите, посидите. Сейчас пройдет. Мне право, так нужно было спешить. Ну, ничего. Я вам скажу ласковое словцо. Хотите угол? То есть 25 рублей? Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. У вас душа человеческая все равно, что пальная репа. Ну, ну поди. Нет, Михаил Семенович. Посей. Нет, Михаил Семенович. По 3 рубля. Не могу, Михаил Семенович. Не могу. Убыток. Ну уж нрав такой собачий, не могу не доставить удовольствие ближним. И теперь что же, надо в город ехать, купчую совершать, чтобы все было в порядке, да? Ну как же, пожалуйста. Разумеется. Задаточка. Михаил Семенович, зачем же вам задаточка? Вы получите в городе за одним разом да нет все уж. Деньги. Все как водится. Да я просто не знаю, как вам дать. Я не взял с собой денег.
Ах, да, вот. Вот 10 рублей. Нет, давайте 50. Да ну что, нет? Есть. Да нет. Есть. Где? Вот тут. Ну, вот, как, есть, ну где есть это здесь? Ой, вот, это правда, еще 15 рублей. Итого 25 рублей. Нет. Пишите расписочку. Зачем вам расписка-то? А? Не равен час, все может случиться. Да как же мне писать расписку, если я денег не вижу? Да вот они у меня в руке, Михаил Семенович. Ну, как только напишите расписочку, так сразу же их и получите. Бумажка старенькая. Ну, что? 25. 25. Двадцать пять рублей. Благодарю вас. Расписочку. Нет. Нет. Давайте, давайте. Михаил Семенович. Дайте расписочку. Ну, хорошо, хорошо. Вот так. Женского пола не хотите? Нет, благодарю. Я бы недорого взял. А как? Ну, по рублику за штуку. Нет, благодарю. В женском поле не нуждаюсь. Ну, не ходить, как ходить. На вкус и закон нет. Кто любит попа, кто попадью, говорит пословица. Но благодарю, что посетили. Михаил Семенович, я прошу вас, чтобы эта сделка осталась между нами. Ну, само собой, разумеется. Позвольте спросить, если из ваших ворот выехать к Плюшкину, это будет направо или налево? А, эту... Я вам не советую дороги знать к этой собаке. Что такое? Скряга. Ай. Ну, у него люди как мухи мрут. Неужто как мухи? Да нет, ну что, Михаил Семенович, нет. Я спрашиваю не для каких-либо, а так... Интересуюсь познанием всякого рода мест. Прощайте, Михаил Семенович. Прощайте. Мошенник. Послушай, матушка, что, барин? Нет дома! А что нужно? Есть дело. Дело? Ну так идите в комнату. Ну, так что ж, матушка, барин-то? У себя, что ли? Здесь хозяин. Где же? Да что вы, батюшка, слепите, что ли? Эх, ма! А ведь хозяин-то я. На
наслышался об экономии и редком управлении имениями, почел за долг познакомиться и принесть лично свое почтение. А чтоб черт тебя побрал с твоим почтением. Покорнейше прошу садиться. Я давненько не вижу гостей, да и, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели при неприличной обычае ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущение, лошадей их сеном корми. Я давно уж это обедал. А кухня-то у меня низкая, прискверная, труба совсем развалилась. Начнешь топить, и еще пожару наделаешь. Вон оно как. А, какой скверный анекдот. Сено, хоть бы клок в целом хозяйстве, и как его прибережешь? Землишка-то маленькая. Мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак. Того и гляди, на старости лет пойдешь по миру. Мне, однако ж, сказывали, что у вас более 1000 душ. Кто это сказывал? Кто сказывал-то, батюшка? Поди подсчитай, а ничего не начнешь. Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков. Скажите... И много выморило? Да до 120 наберется. Вправду? Целых 120? Батюшка, я стар, чтобы лгать-то. 7-й десяток живу. Ах, ах, ах. Соболезную я почтеннейший. Соболезную. Соболезную, соболезную. А вот соболезнование-то в карман не положишь. Он возле меня капитан живет, он черт знает откуда взялся. Говорит, родственник, дядюшка, 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 руку целует. А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. И начнет эдак соболезновать, вой такой поднимет, что просто уши береги. Мое соболезнование совсем... Не такого рода, как капитан. Да. Я не с пустыми словами приехал, а делом готов доказать его, и не откладывая дело доли, тут же изъявляю готовность платить подати за всех ваших крестьян, умерших такими несчастными способами. А вы не служили ли? На военной службе. А нет, нет, я служил по статской. По статской. По статской. А это поди вам самим в убыток. Из уважения к вам готов и на убыток. Потому вижу почтенный, добрый старик и терпит по причине... собственного добродушия. Ей-богу, так. Ей-богу, так. Все от добродушия. Вот видите, я вмиг постигнул ваш характер. Дай Бог ваших святителей мои, дай Бог вам всяческих учителей. А как же, позвольте спросить вас? Ну, только так, чтобы не рассердить вас. Вы за всякий год беретесь платить за них подати? И деньги будете выдавать мне или в казну? Да мы вот как сделаем. Вот. Мы совершим на них купчую крепость, так как бы они были живые, и так как бы вы мне их продали. Купчая крепость — это все издержки. Из уважения к вам готов взять издержки покупчей на свой счет.
Ну что? Батюшка. Что? Ну что? Дай Бог, батюшка, вам всяческих утешений. И вам, и деткам вашим. И вам, и деткам вашим. Господи, Прошка! Прошка! Вы посмотрите, посмотрите, какая рожа-то. Ведь глуп, как дерево, попробуй что-нибудь положить, украдет. На чего ты пришел, дурак? Эхва! Дурачина! Поставь самовар. Да на вот ключи, да отдай Маври, чтоб пошла в кладовую, там на полке есть сухарь от кулича, который Александра Степановна привезла 3 года тому назад, так чтоб его подали к чаю. Ты постой, постой! Что у тебя, бес, что ли, в ногах чешется? Ты выслушай прежде. Сухарь сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не бросает и снесет курятник. А ты-то, ты-то сам смотри, не входи в кладовую. Не то я, знаешь, я тебе березовым веником, чтоб не вкусу-то. Вон у тебя теперь славный аппетит, так чтоб получше был. Попробуй только войти в кладовую, я тем временем из окна глядеть стану. Батюшка, им ни в чем доверять нельзя. А не дурно бы совершить купчит поскорее, а то человек сегодня жив, завтра бог весть. Да хоть сию же минуту, вы мне составьте подробный реестрик всех поименных. Списочек. Списочек. Пожалуйста. Ах, Господи, батюшка. Для совершения купчей крепости вам необходимо будет поехать в город. Как в город? А дом-то как оставить? Батюшка, меня ведь народ или вор, или мошенник, и в день так оберут, что и кафтан-то не на чем будет повесить. Так не имеете ли какого-нибудь знакомого, которому могли бы поверить совершение купчей крепости? Что вы, батюшка, какие знакомые? Все мои знакомые или перемерли? И раззнакомились, какие знакомые. Есть. 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 Председатель. Иван Григорьевич. Иван Григорьевич. Езжал в старые годы. Однокорытниками были. Иван Григорьевич. По заборам-то вместе лазили. По заборам-то вместе лазили. Уж не к нему ли написать? И, конечно, к нему. К нему-то напишу. Батюшка, что такое? А лежала тут на столе 4 чистой бумаги, а я не знаю, куда запропастилась. Люди, ты у меня такие... Ах ты, Господи. Разводит бумагу. Какую такую бумагу? Я и бог бар не видела при сей большом лоскута, который звали прикрыть рюмку. Врешь, я по глазам вижу, что подтибрила. Да что ж бы я подтибрил, да что ж бы я подтибрил, ты ведь, руху у меня никакого, я грамоту не знаю. Да ты снесла ее в Пономаренку, он маракует, так ты ему и снесла. Да, если Пономаренка захочет достать бумагу, не видал он вашего лоскутка. Ну вот не погоди-ка, на страшном суде черти тебя припекут за это железными рогатками. Вон как тебя припекут. Да за что же они меня припекут, когда я в руки не брала 4? Скорее другой какой... Бабе Славы, что ж, воровством-то меня никто не попрекал. Черти!
черти тебя припекут, нахерут, мошенница, барина своего малого, и горячими ты тебя и припекут, и припекут тебя горячими. А я им скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я, не брала. Тихо, вот она и лежит. Вот. Всегда вы напрасны попрекаете. Что тебе? Что тебе? Расходилось? Расходилось. Это не заносишься? Припекучая. Заносишься? Заносишься. Вот слово скажи, она тебе сейчас десяток в ответ. Ты ступай, принеси мне запечатать письмо. Ты постой, ты вон схватишь сальную свечу, а сало-то дело топкое, сгорит, да и нет, а ты принеси-ка мне лучинку. Ах, ты же, вот она, вот. Ах, Ира, ах, ты, Господи. Так, Иван Григорьевич? Иван Григорьевич. Иван Григорьевич. Ну, Иван Григорьевич человек, он хороший. Он хороший человек. Да, очень. Ах, ты, Господи, батюшка. Вот так вот. Вот так вот. Записочку Иван Григорьевич. Записочку Иван Григорьевич. Иван Григорьевич подачи. Да. Сегодня отнесет. Позвольте. Позвольте фляжки. И мне не фляжки, да. Девушки. Так, вот так. Вот так. Чекайте. Вот. А, да, сыровачок. Ман. А ты какая... Батюшка, батюшка, нет ли у вас такого приятеля, которому понадобились бы беглые души? А у вас есть и беглые? Есть, есть. И сколько же будет число? Десятком до семи наберется, батюшка. Нет. Что год, то бегают. Народ-то от праздности завел привычку трески, а у меня и слова-то есть. Есть-то нечего. Такого приятеля никак не найдется. Ну, ну. Уж если вы действительно так стиснуты, то, будучи подвигнут участием, я бы... мог дать, впрочем, это такая безделица, что об этом даже не стоит и говорить. Да. Ну, а сколько бы дали? Я бы дал по 25 копеек на душу. И как, покупаете-то на чистые? Да, сейчас деньги. Батюшка, уж ради нищеты моей по 40 копеечек дали бы. Почтеннейший, не только по 40 копеек, 500 рублей дал бы, но состояния нет. Да. Ну, по 5 копеек извольте, прибавлю. Батюшка, еще хоть по 2 копеечки пристегните. Ну, извольте, по 2 копеечки пристегну. Сколько вы говорите их? 70. 78. 78 по 32, это будет... 24 рубля 96 копеек. А, не-не-не. Пишите расписочку. Значит, 24 рубля 96 копеек. 8. 6? 8. Извольте. 50. 90. Да, батюшка, что ты ехать, что ли, собираетесь? Да, мне пора. А чайку? Нет, благодарю, нет. Пил уж и ел. Батюшка, пили уж и ели. Вот как хорошего общества человека хоть где узнаешь, он и не ест, а сыт. Благословит вас Бог. Прошка! Прошка! Не надо самовару. Батюшка, батюшка, пили уж и ели. Господи. Подарю-ка я ему карманные часы.
испорчены немного. Ну, да ничего, он их переправит, он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет? Я оставлю их ему после моей смерти. В духовный, чтоб вспоминал обо мне. Брат, ты попробуй. Это шампаньон, а это бурганьон. Все вместе? Вместе. Да, совершеннейший вкус сливок. Прошу, 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 прошу. Прошу, 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 прошу. Ну, я поеду. Не пущу. Ты не обижай меня, друг мой. Право, поеду я. Поеду я, поеду я. Мы сейчас 7 минуты соорудим банчишку. О, нет, брат, нет, ты сооружай сам. Я не могу. Жена будет большой претензии, я должен ей рассказать о ярмарке. Да ну, твою жену к этой. Важное в самом деле дело станут делать вместе. Вот и нет, брат. Она такая добрая жена, уж вот точно почтёвая и верная жена. Услуги оказывают такие, поверишь, у меня слезы на глазах. Я сказал, не пущу. Пусть едет, но что в нем проку? А я правда. Ой, ой, ой. Что в нем проку? Смерть не люблю таких расцепелей. Поезжай, маме, с женой! Петюк! А? Да иди руками меня с Петюком! Я ей жизнью обязан! Павел Иванович! Такая правда добрая! Да. И такая... Ласковая. Спросит, что ты видел на ярмарке? Вот твой картуз. Картуз, поезжай и ври всякую чепуху. Извините. Ты не должен на ней так оставаться. Ладно, я проваливаю. А я поеду. Ты... Извини меня, что я не могу остаться. Выезжай, ври, ври, ври всякую чепуху. Я душой брат, а я не могу. Ну, убирайся, к себе, убирайся, 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 убирайся. Убирайся, убирайся. Пошел, пошел. Убери его, убери его. Да, да. О, ну, Павло. Артюри! Артюри, забери! Ну что ты? Сергей, руки! Да, многое жена узнает подробности о ярмарке. Видишь, как потащился-то. А конек престижной, не дрён, не дрён. Я давно хотел его подцепить. Но, Павел Иванович, я тебе покажу мои владения. Вот граница, видишь, вот. Вот все, что по ту сторону границы, это все мое. А вот по эту сторону лес, который синеет, и все, что за лесом, это уже тоже мое. А на этом поле такая гибель зайцев, земли не видно, веришь ли? Я собственными руками поймал одного за задние ноги. Ну, Павел Иванович, так, для времяпрепровождения держу банк в 300 рублей. Ах, да, что не позабыл.
забыть. Да. У меня к тебе просьба. Какая, какая? Дай прежде слово, что исполнишь. Изволь, изволь. Честное слово? Честное слово, честное слово. Нет, нет. Не честное слово? Не честное слово. Честное слово. Честное слово. Прошу, прошу. Вот какая просьба. У тебя, чай, много умерших крестьян, не вычеркнутых еще из ревизии. Есть. А что? Переведи их на меня. На мое имя. А на что они тебе? Ну, это уж нужно. Что? Ну, да нужно. Ну, это мое дело. Ну, а словом, нужно. Это что-нибудь зачем? Признавайся, признавайся, что? Да что ж затеял? Из такого пустяка и затеять ничего нельзя. А зачем они тебе мертвые? Какой любопытный. Ну, просто пришла фантазия. Нет, пока не скажешь, зачем, я тебе ничего не сделаю. Ничего не сделаю, ничего не сделаю. Ну, это ж нехорошо. Вот уже нехорошо. Слово дал, да. И на попятный двор. Не-не-не, ты там что не толкуй, но пока не скажешь, зачем, я тебе ничего не сделаю. Ну, изволь. А? Мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе. Врешь. Ну, изволь, я тебе скажу прямее. Я задумал жениться. Поздравляю. Врёшь. Но должен тебе сказать, что отец и мать невесты прям амбициозные люди. Ох, и врёшь. Ну вот здесь уж вот ни старичка не солгал. Эй, голос дали, врёшь, врёшь. Это, однако, шабитно. Ну, почему это я непременно лгу? Ох, ты такой мошенник. Если бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве. Ну, о, нет, ну, я тебе говорю, не потому, чтобы тебя обидеть, а по-дружески говорю. Если хочешь пощеголять подобными речами, ступай в казармы. Ну, хорошо, хорошо. Не хочешь подарить, так продай, я тебе за них дам деньги. Продать? Да. Мертвых. Я знаю тебя, подлец. А ты ведь дорого не дашь? Да ведь ты тоже хорош. Да. Что, они у тебя бриллиантовые, что ли? Ладно, Павел Иванович, чтобы доказать тебе, что я вовсе не такой скалдырник, я с тебя не возьму ничего. О! Да, только ты купи у меня жеребца розовой шерсти, а я тебе их отдам всех в придачу. Помилуй, на что мне жеребец? А как на что, я его купил за 10 тысяч? Тебе отдаю только за 4. Да не нужен мне жеребец. А я себе возьму сейчас только 3 тысячи, остальную 1000 ты мне уплатишь после. Да не нужны мне лошади. Тогда купи каурую кобылу. Не, кобылу не нужна. А за кобылу и за жеребца я себе возьму только 2000. Ох, не нужны мне лошади. Ну ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут втрое больше. Ну так вот ты сам их и продай, когда уверен, что выиграешь втрое. Я хочу, чтобы ты имел выгоду. Благодарю за расположение. Не нужны мне лошади. Не нужны мне лошади. Павел Иванович, купи у меня собак. Послушай, Чичиков, я тебе продам такую суку. Мороз по коже продирает. Позвольте. Сука прудастая с усами. Вверх, шерсть стоит вверх, как щетина. Почковатость ребер
Эму непостижимая. Погоди. Лапа в комке летит, земли не задеть. Я не понимаю, зачем мне собака с усами? Как зачем? Я хочу, чтобы ты имел собаку. Я не охотник. Охотник. Ну тогда купи у меня щенка. Щенок, Павел Иванович, краденый. Ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему слил каурую кобылу, которую, помнишь, мы с тобой выменили у Хвостырева. Когда? Ты посмотри, какая кисочка. Ой. Ты посмотри, какая... Ах ты моя киса, ах ты моя крыса, ах ты моя хорошая. Ва, ты моя хорошая. Что это? Что? Что это? Как? Порфирий! Порфирий! Чего? Ты что ж, не сделал то, что я тебе приказывал? Не вздумал его вычесывать? Не, я его вычесывал. А чего блохи? Не могу знать. Должно сбрить по налезли. Дурак. А? Своих, небось, подпустил. Ага. Шел вон. Чичиков, ты посмотри, посмотри, какие блохи. Какие уши, уши какие. Да, добрый порог. А какой нос. Да, да. Хорошее чутье. Настоящий мордаш. Ах ты мой мордаш. Ах ты мой хороший. Не хочешь собак. Не хочешь собак. Положи. Что такое? Купи у меня. Позволь. Шарманку. Самому, как честному человеку, обошлась за 1500, тебе отдаю за 900. Да ведь я же не немец, чтобы тащаться по дорогам, выпрашивать деньги. Что ты не такая шарманка, которую носят немцы? Это орган. Настоящий орган. Ты посмотри, он весь из красного дерева. Послушай, как он играет. Мальброк в поход собрался, Веранто, Веранте, Веранто. В дороге он... Веранте! Веранто! Веранте! Веранто! Ой, какая шарманка! Какая шарманка! Не хочешь шарманку? Не хочешь? Ну, так, меняться, меняться! Я тебе шарманку, мертвые души, ты мне свою бричку и 300 рублей в придачу! Хорошо, а я на чем поеду? Я тебе даю другую бричку, ты прекрасишь, и будет новое чудо! Бричка. Эх, как неугомонный, алло. Без тебя обуял. Шарманка, бричка, мерзну, алло, все видно, алло, 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 алло. Что, что? Не хочу. А что ты не хочешь? Не хочу, да и полно. О, не, я вижу, что вы не можете, как с хорошими друзьями и товарищами. Что, двуличный человек? Ты подумай, ну что ж я какой-нибудь дурак, чтобы покупать вещь, решительно мне не нужно. О, я тебя сквозь вижу. О, какая раканья. Ну, Павел Иванович, нет, прощай. Метем банк. Нет. Я ставлю всех умерших и шарманку тоже. Нет. Что? Играть, это метать. Банк, да. Это подвергать себя неизвестности. Отчего же неизвестности? Будет только на твоей стороне счастье, ты выиграешь черту пропасть. Какое счастье, так и лопись. Я не буду играть. Дрянь. Порфирий. Порфирий, скажи конюху, чтобы не давали его лошадям овса. Пусть их гонят одно сено. Селифан, подавай. Позволь. Павел Иванович, сыграем в шашки. У меня много умерших, которых нужно вышвырнуть из ревизии. Это же не карты. Тут никакого жульничества. Тут все от искусства. Я предваряю, что я очень плохо играю в шашки. Нет, я не буду, играть. Выиграешь. Все мертвые твои. В шашки я игрывал недурно, а на штуки им будет здесь трудно подняться. Изволь. Шашки сыграй. Шашки я сыграю. Души идут в 100 рублях. Довольно будет, если пойдут и
50. Что это за сумма 50? Тогда я включаю в эту сумму шанка с блохами. Изволь. И золотую печатку. От часов. Изволь. 100 рублей. 100 рублей. Так. Что это? Видал? Так. Видал? Что? Сколько ты мне даешь вперед? С какой стати? Я сам плохо играю. Шашки. Знаем мы вас, как вы плохо играете в шашки. Давненько не брал я в руки шашек. Знаем мы вас, как вы плохо играете в шашки. Давненько не брал я в руки шашек. Осади-ка ее назад. Кого? Дев. Шашку-то. Какую шашку? Вот эту. А другая-то. Да нет, с тобой невозможно играть. Почему? Это не ходит по 3 шашки вдруг. А, да, Павел Иванович, прошу прощения. Это продвинулось случайно. Слушай. Эту я отодвину, а эту я выброшу. Это моя шашка. А другая-то, да вот что пробирается в дамки. Ну что? Что? Ее место вот где. Нет, ее место вот где. Это ты ее только что пристроил. Ее место вот где. Ее место вот где. Ее место вот где. Ее место вот где. А я вижу, ты сочинитель. Нет, это я вижу, ты сочинитель. Я, да. Только неудачно. За кого ты меня почитаешь? Что же, я буду плутовать, да? Ни за кого не почитаю, но играть с этих пор больше не буду. А игра начата, ты обязан закончить партию. Нет, если бы ты играл как прилично честному человеку, а сейчас... А это ничего, что ты смешал шашки. Я помню все ходы. Я не буду играть. Сейчас я тебя буду бить. Что? Как увидел, что не твои берет сразу в кусты, позволь. Я заставлю тебя играть. Позволь. В шашки. Как это? Увидел, что не твоя берет сразу в кусты, позволь. Я заставлю тебя играть. Что это такое? В шашки. Ты... Скажи. Выйди. Черкай. Свергай. Не смей. Порфирий. Павлушка. На приступ. Бить. Как? Ура! Ух.
чайку, батюшка. Не дурно, батюшка. Не дурно, батюшка. Чем чайку прихлебнете, батюшка? Во фляжке, о, фруктовые. Не дурно, батюшка. Хлебнем и фруктовый. А позвольте узнать вашу фамилию. Я так рассеялся, приехал в ночное время. Коробочка. Как? Коробочка. Коллежская секретарша. Ух, сукин сын. Что, батюшка? Ноздрев, матушка. Знаете? И не слыхала? Ваше счастье. Блинцов, батюшка, прошу покорно закусить. О, покорнейше благодарю вас. А имя, отчество? Настасья Петровна. О, хорошее имя. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна. А ваше имя как? Я чаевый заседатель? Нет, матушка, я чай не заседатель, а так ездим по своим делишкам. Ага, так вы покупщик, а, как же жаль, право, что я продала мед купцам, да так дешево, отец мой. А ты бы, верно, его у меня купила? А вот меду, матушка, и не купил бы. А что же другое? Не что пеньку? Пеньки-то у меня маловато, всего с полпуда осталось. Нет, матушка, и пеньки не купил бы. Совсем другого рода товарец. Скажите, матушка, у вас умирали крестьяне? А, умирали. Умирали, батюшка. 18 человек. И все народ такой славный. Все работники. А заседатель подъехал. Подать, говорит, плати с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. Вот кузнец у меня был, а прошлой неделе, ну, сгорел. А что же, разве у вас был пожар, матушка? Ну, нет, батюшка, Бог приберег от этой беды. Сам сгорел. Вот внутри у него как-то загорелось. Ну, чересчур выпил. Да, и так от него синий огонек и пошел. И слел, и почернел, как уголь. А ведь какой преискусный кузнец был. Ведь слесарное мастерство знал. А вот и теперь-то мне не на чем выехать в город-то. Ну? Лошадей-то некому подковать. На все воля Божья, матушка. И против мудрости Божьей ничего нельзя сказать. Уступите-ка их мне, Настасья Петровна. Кого, батюшка? Да вот этих всех, что умерли-то.
как же это уступить? Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги. Право я в толк не возьму. Не ж ты хочешь их из земли откапывать? Эй, матушка. Покупка будет, значит, только на бумаге. А души будут прописаны как бы живые. Покупка будет, значит, только на бумаге. А души будут прописаны как бы живые. Так на что ж они тебе? Ну, это ж мое дело. Да ведь они же мертвые. Ну, кто же говорит, что они живые? Вы за них платите, а я освобожу вас от этих хлопот и платежа. Да еще сверх того, да, нам вот. А? 15 рублей ассигнациями. Ну, теперь ясно? Право не знаю. Мне ведь еще никогда не приходилось продавать мертвых. Еще бы. Это бы, однако, походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Ну? Так что ж, матушка? По рукам, что ли? Право, отец мой, никогда мне еще не случалось продавать покойников. Вот живых-то я уступила протопопу. Двух девок, по 100 рублей каждую, очень благодарил. Да не в живых дело, я спрашиваю мертвых. А вот и то-то меня и останавливает, что они мертвые. А может, ты, отец мой, меня это как-нибудь обманываешь, а они того это... как-нибудь больше стоят. Ну, помилуйте, матушка, какие вы? Ну, что же они могут стоить? На что они нужны? Да это точно, что совсем не нужны. Ну, вот. А вы берете ни за что 15 рублей. Ведь это же деньги, матушка. Они на улице не валяются. Ну, хорошо. Ну вот, почем вы продали мед? По 19 рублей за пуд. Ой, взяли греха на душу, матушка. Нет, ей-богу, по 12 рублей не продали. Ну, да все равно. Но ведь то мед, а это ничто. А я вам за ничто плачу. И не 12 рублей, а 15 рублей. Да не серебром, а синими ассигнациями. Я боюсь, как бы на первых топорах не понести мне убытку. Лучше я маленько повременю, а вот понаедут купцы. Я к ценам-то и применюсь. Страм. Страм, матушка, просто страм. Ну, кто же станет покупать их? Какое употребление он может из них сделать? Можете в хозяйстве
под случай, как-нибудь и понадобится. Мертвые в хозяйстве? Эх, куда хватило? Вы что, воробьев пугать на огороде, что ли? О, с нами крестные силы какие-то страсти говоришь. Ну, а куда же вы еще их хотели пристроить? Впрочем, кости и могилы, все это вам останется. Ну? Так что ж, Наталья Петровна? Ну, отвечайте, по крайней мере. О чем вы думаете, Наталья Петровна? Право, право, отец мой, я еще не приберу. Как мне быть? Лучше я вам пеньку продам. Да что ж пенька? Помилуйте, матушка, я вас прошу совсем о другом. А вы мне пеньку суете. Ну ты как же, Настасья Петровна? Ну, скажите хоть что-нибудь-то. Ну, право, право, отец мой, товар такой странный. Ну, совсем не бывалый. Чёрт! Чёрт! Припоминай ты его, бог с ним. Шитрикивать не всю ночь снился мне окаянный. Такой гадкой привиделся. А рога длиннее бы чаще. Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Да пропади вы, да околей со всей вашей деревни. Какие ты забранки пригибаешь. Ты не найдешь слов с вами. Право, как какая-нибудь, не говорят дурного слова, дворняжка, который... Сидит на сене, не себе. Да что ж ты так рассердился? Не людям понимать. Что ж ты так рассердился, отец мой? Я знаю наперед, что ты такой сердитый. Я в тебе не прикословил. Есть о чем сердиться, дело. Выеденного яйца не стоит. А я стану сердиться. Ой, изволь. Я тебе уступлю за 15 ассигнациями, изволь. О, черт. В пот бросила проклятая старуха. В городе какого-нибудь поверенного или знакомого имеете? Кого вы могли уполномочить на совершение купчей крепости? Как же отца протопопа-то Кирилла? Сын служит в палате. Вот и отлично. Подпишите. Дайте вот это. Бричка готова. А только ты, отец мой, не обидь меня, отец мой, не обидь. Не обижу, матушка, не обижу, не обижу. Прощайте, матушка, прощайте, матушка. Промахнулась. Продала в три дешево. В город надо ехать, узнать, почем ходят мертвые души. Фитинья! 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 Вели закладывать. В город надо ехать, цену узнать. Мертвых стали покупать. Ай-яй-яй-яй-яй. Yeah.
Мазурка, генераль, силь вупле! Любезнейший Павел Иванович, дайте мне обнять Павел Иванович. Такого дела я бы не смог предпринять. Павел Иванович, вы не знакомы еще с моей дочерью. Институтка только что выпущена. Почту за особую честь, ваше господин. Музыка! Галопа!
позвольте, Павел Ивановичу, знать, как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод? На вывод? Ну. Ох, на вывод, душа моя. А в какие места? В Херсонскую губернию. О, да. Там отличные земли, розные травы. А что земли? В достаточном количестве. В достаточном? Ровно столько, сколько нужно для купленных крестьян. Да. Река. Или пруд. Река. Впрочем, и пруд есть. Павел Иванович, а что же вы не скажете Ивану Григорьевичу, что именно вы приобрели? Ведь какой товар? Да. Просто золото. Да. Я им продал каретника Михеева. Да. Да. Нет, вот и Михеева. Славный мастер. Да. Он мне дрожки переделал. Да. Да. Но позвольте, как же, ведь вы же сказывали, что он умер. Кто? Михеев умер. Да нет, это его брат уже. А Михеев приживёг, конечно, и стал здоровее прежнего. Славный мастер Михеев. Да будь один Михеев, а Пробка Степан Плотник, Милушкин Кирпичник, все там. Михаил Семёнович, ну зачем же вы их продали? Если они люди мастеровые, да, нужные для дома. Да. А, с дуру? Дай, думаю, продам, ты продал с дуру. С дуру не продам. Ваше превосходительство, это хорошо, но вот не вор ли пьяница, мужик Павел Иванович? Ну что, отменно? Тихий народ. Да. Тихий да? народ. Ну. Ну, а то и запьются мужики Павла Ивановича Херсонской губернии и бунт устроят. А кто? Михеев и запьется. Я вам голову прозакладываю, что Михеев не запьется, да? И бунт он не устроит. Господа, его превосходительство изволит говорить. Господа, позвольте мне. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Так, я согласен. Мужики Павла Ивановича пьяницы. Но нужно принять во внимание, что вот тут да и есть мораль. Вот тут-то и заключена мораль. Земли в этой... Херсонской губернии точно хороши и плодородны. И вот мужики Павла Ивановича теперь негодяи, но переселившись на новые земли, могут стать отличными подданными. Уже немало тому примеров просто в мире, да и по истории тоже. Павлу Ивановичу предстоит священная обязанность сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом и вести благодетельное просвещение за здоровье нового херсонского помещика. Ура! Ура! Здоровье будущей жены херсонского помещика. Нет, Павел Иванович, как вы себе хотите? Да, Павел Иванович, это выходит только избу выхолаживать. На порог, да и в херсонскую губернию. Нет уж, вы проведите время с нами. Мы вас женим.
Иван Григорьевич, да. Женим его. Женим, женим. Да-да, Павел Иванович, уж вы как не упирайтесь. Мы вас женим! Маленько, папаенька, как не жалуйтесь, мы а? Мы не любим! Да. Ну что ж, зачем же упираться руками и ногами? Женить бы еще не такая вещь. Была б невеста, а как не быть? Будет. Ах, ну, коли будет. Остается! Браво! Браво! Здравствуйте, мисс Балао! Как же жизнь? Извините, опоздал. Знакомьтесь, господа. Взять мой Межуев. Извините, господа, ну опоздал. Херсонской поверь! Да, ну, много заторговал мертвых. Ваша жизнь, а вы не поверите, ваша жизнь, а ведь не знаете, что Чичиков торгует мертвыми душами. Вы не поверите, ваше превосходительство, как только он мне сказал, продай мертвых, я чуть не лопнул со смеху. Приезжай сюда, мне говорят, что он накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Каких на вывод? Он меня торговал мертвыми. Чичиков, ты... Скотина, а? Я вам изгонить за тавы! Не правда ли прогорал? Позвольте, Чичиков, я тебя не хотел до тех пор, пока ты не скажешь. Зачем ты покупал мертвую ножи? Послушай, Чичиков, у тебя нет лучшего друга, чем я. Вот его происходительство тоже. Не правда ли прокурор? Ваше происходительство, вы не знаете, как мы друг к другу привязаны. Я стою здесь, а вы меня спросите, Ноздрев, кто тебе дороже? Отец родной или Чичиков, я скажу, Чичиков. Уж возможно, поцелуваю. Да не противься, Чичиков. Знаете? Одну мне белоснежную шачку твою. Вывести его сейчас же в Фом. И зятя Межуева тоже. Вывести меня сейчас же вон. И зятя Межуева тоже. Эх, зять мой, зять! Петюк, алло! Эй! Я слышу, кто-то подъехал, думаю себе, кто бы мог так рано. Парашка, говорит, вице-губернатор. Я говорю, ну вот, опять приехала, дура, да. Надо едать. Вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? Сюда. Сюда, вот в этот уголочек, вот так. Вот, вам подушка. Я уж хотела сказать, что меня нет дома. Нет, вы только послушайте, что я вам открою. Что? Ведь это история, понимаете, история с канапе листуар. Ну. Приходит ко мне сегодня протопопша. Отца Кирилла жена. И что вы думали? Наш-то прелестник, приезжий-то наш Чичиков каков. Как, неужели он протопопша строил куры? Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры. Вы только послушайте, что мне рассказала протопопша. Совершенный роман. Вообразите. Да?
приезжает мне сегодня утром помещица коробочка, перепуганная, бледная, как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, ну, совершенный роман. В глухую полночь, когда все в доме у коробочки спало, вдруг в воротах раздается стук. Ужаснейший, ужаснейший, ну, какой только может себе представить человеческое воображение. И кричат, отворите! Иначе будут выломаны ворота. А коробочка молода, хороша собой. Нет, нет, ничуть, старуха. О, прелесть. Он за старуху принялся. Он ее изнасильничать хотел. Да нет, нет, Анна Григорьевна, ну совсем не то, что вы предполагаете. Да? Макдональд Карлович. Здрасте, Анна Григорьевна. Здравствуйте. Здрасте, Софья Ивановна. Вы бледны. Вы слышали? Софья Ивановна рассказывает. Вообразите. Является вооруженный с ног до головы, как Ринольд Ринольд. И Чичиков. Да. Чичиков? И требует, продайте мне все души, которые умерли. Но коробочка отвечает вполне резонно. Я вам их не могу продать, потому что они мертвые. Нет, говорит, они не мертвые, кричит, не мертвые. Это мое дело знать, мертвые они или не мертвые. Словом, скандальёзу наделал ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки плачут, никто никого не понимает. Ну просто оррор, оррор, оррор. Вы можете себе представить мое положение, когда я все это узнала. Что бы такое могли значить эти мертвые души? Муж мой говорит, что Ноздрев врет. А ведь я же в третий раз слышу. Как же врет? Коробочка говорит, я не знаю, что мне делать. Заставил подписать какую-то бумагу и бросил на стол ассигнациями 15 рублей. 15 рублей? Куда же вы, Макдональд Карлович? Прасковья Федоровна, до свидания, Анна Григорьевна. До свидания, Софья Ивановна. Здесь скрывается что-то другое под этими мертвыми душами. Что? Что? До свидания. Макдональд Карлович! Слушайте, я вам открою, что такое эти мертвые души. Ну, что? Мертвые души. Ну, говорите, Бога ради. Да мертвые души, это просто все выдумано для прикрытия. Дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. Боже мой. Уж этого я никак не могла предполагать. А я всегда предполагала. Да? Только вы раскрыли рот, я смекнула, в чем дело. Нет, ну каково же после этого институтское воспитание? Ведь уж вот невинность. Да жизнь моя! Какая невинность? Ну какая невинность? Она за ужином говорила такие речи. Ну, я не могу повторить. Ну, знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего наконец зашла безнравственность. А мужчина от нее без ума. А, по-моему, она так, ну, просто юла. Потом, Софья Ивановна, ведь румянится безбожно. Вот, вот румянец, в палец толщиной, отваливается кусками, как штукатурка. А потом жеманна, ну, в каждом пальчике у нее жеманство. Ой! Сысой Пафнутич! Здравствуйте, Анна Григорьевна! Здравствуйте! Здравствуйте, Софья Ивановна! Здравствуйте! Слышали про мертвые души? Что за вздор в самом деле? Разнесли по городу! Да какой же вздор! Он хотел увезти губернаторскую дочку! Кто? Чичиков? Он! Ну как же Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой пассаж? Кто мог помогать ему? Кто? Ноздрев! Неужели Ноздрев? Ноздрев! Ноздрев! Он родного отца хотел продать. Да-да, еще лучше проиграть в карты. Ну уж вот это невероятное раскрытие, превосходящее всякие ожидания. До свидания, Анна Григорьевна, до свидания. До свидания, до свидания, Софья Ивановна. Сысой Пафнутич. Да некогда, некогда, Антипатр Захарович. Софья Ивановна, вы куда? К вице-губернатору. Софья Ивановна, я с вами. Подождите меня, Параша. Парашка, одеваться, быстро. Анна Григорьевна, Анна Григорьевна. Софья Ивановна, одну минуточку, подождите меня. Ну скорее, ну давай пойдем, ну скорее, да, господи, ну что же она копается, Софья Ивановна, Софья Ивановна, Софья Ивановна, Софья Ивановна, Парашка, Парашка,
Парашка! А чего извольте, Антипан Захарович? Вели Андрюшке никого не принимать, кроме чиновников и Ноздрева. Слушайте! А буди приедет Чичиков, не принимать. Не велено, мол. Ну, слушайте. Что? Закуску готовь. Закуску? Закуску. Слушайте, Степан Захарович. Андрюшка, будь Чичиков приедет, не принимать, не велено, мол. Ну, пошла писать губерния. Заварилась каша. Господи, что в городе сейчас делается? Птица уж. Вот нечистая сила. Антипатр Захарович дома? Дома. Здравствуйте. Здравствуйте, Антипатр Захарович. Здравствуйте, Антипатр Захарович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот черт принес этого Чичикова. Ну что? Здравствуйте, Антипатр Захарович. Господа, у меня голова идет кругом. Я хоть убей не знаю, кто таков этот Чичиков и что такое мертвые души. Человек он, сударь ты мой, светского лоска. И... Да. 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 Ну как, у Собакевича были? Был. Ну? Оплевал. Как? Оплевал. Я говорю, по городу разнесли слухи. Ну? А он отвечает, много в городе дураков, оттого и слухи. И уехал в деревню. Ну, а Ноздрев придет? Придет. Был очень рассержен, что потревожили его уединение, но когда узнал, что будут карты, смягчился. Придет. Так, ну, воля ваша, господа. Но это дело надо как-нибудь кончить. Ведь это что же в городе? Одни говорят, что он фальшивые бумажки делает. Наконец, страшно даже сказать. Говорят, что Чичиков... Наполеон. Господа, тут надо поступить решительно. Ну как же решительно-то? Прошу, прошу. Так. Задержать его как подозрительного человека. А если он нас задержит как подозрительных людей? Ну как? Но если он с тайными поручениями, мертвые души будто купить. А может быть, это разыскание обо всех тех умерших, о которых нами было подано, умерли от неизвестных случаев? Господа, господа, мое мнение, что это дело разобрать хорошенько и разобрать камерально, сообща, как в английском парламенте. Чтоб досконально раскрыть во всех изгибах сейчас же. Разберем. В лицо. Я Чичиков. Ну, как не узнать? Ведь я вас не впервой вижу. Да вас-то и не велено пускать. Вот тебе на. Отчего? Почему? Такой приказ. Непонятно. Ушел. Парашка, закуску. Ба-ба-ба-ба-ба, компадия, прокурор, полисмейстер, председатель. Зятя не надо. Зятя не надо. Зятя не надо и не надо. Не надо взять!
Ну, а где губернские власти, там и закуска. Милости просим, милости просим. Ваш здоровье, ваш здоровье, ваш здоровье, ваш здоровье, ваш здоровье. Так, господа, ну а где же карты? Карты потом. Ноздрев, ну что за притча в самом деле вот эти мертвые души? Верно ли, что Чичиков скупал мертвых? Верно. Логики нет никакой. Совершенно никакой логики. Так к какому делу можно приткнуть мертвых? Накупил их на несколько тысяч, я ему и сам продал, потому что не вижу причины, почему бы не продать. Господа, давайте карты. Карты потом. Ну а вот зачем сюда вмешалась губернаторская дочка? А он подарить не хотел. Мертвых? Мертвых. Слушай, не старается ли он что-нибудь разведать? Старается. Уж не шпион ли Чичиков? Шпион. Ну, господа, ну как же? Еще в школе мы с ним вместе учились. Мы еще тогда называли его фискалом. Но мы его так поизмяли, что к одним вискам пришлось приставить 40 пиявок. 40. 240. А вот не делать ли он фальшивых бумажек, а? Делать ли? С этими бумажками смеху было. Узнали однажды, что у Чичикова на 3 миллиона фальшивых ассигнаций. Ну, натурально опечатали дом, приставили караул по 3 солдата на каждую дверь. А Чичиков их все переменил за одну ночь. На следующий день приходят, снимают печати, а ассигнации все настоящие. О, точно ли имел намерение Чичиков увести губернаторскую дочку? Как же, господа, я ему сам помогал в этом, и с меня ничего не получилось. А где было положено венчаться? В деревне Трухмачевка. Поп отец Сидор за венчание 75 рублей. Дорого. Дорого, Вальца! Дорого, и кто бы не обвенчал. А я его как припугнул. Обвенчал лобазника Михайлу на собственной куме. Я ему и лошадь свою дал, и коляску уступил. Кому? Лобазнику, попукам? А, кому? Вы, господа, что это? Потревожили уединение человека? Давайте в карты. Страшно даже сказать. Но по городу распространился слух, будто бы Чичиков Наполеон. 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 Без сомнения. Но как же он? Переодетый. Ну, ты уж, кажется, пули начал лить. Пули лить? Стоит? Кто стоит? Англичанин. Выпустили его англичане с острова Святые Елены, и вот он пробирается к себе в Россию. Будто бы Чичиков. А на самом деле это вовсе не Чичиков, а вот кто. Ой, черт возьми, ведь сдает на портрет Наполеона. Поздравляю вас, господа. Губернию нашу назначен генерал-губернатор. Вот приедет на расхлеб. Алексей Иванович, Чичикова арестовать как подозрительного человека. Арестовать как подозрительного человека. Арестовать. Ну что? Я вам говорил. Покривил, не спорю. Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь. И что косою
больше напрями. Ведь я изощрялся. Разве я разбойник? От меня пострадал кто-нибудь? Разве я сделал несчастным человека? А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи, ни казну, ни богатых грабят, а последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Столько трудов, железного терпения и такой удар. За что? За что такая судьба? Прокурора хоронит. Весь город мошенники. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Секта мошенников. Благодетели! Что ж, благодетели, вы запятнали себя бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо пятнал себя человек. Мертвые! Каретник Михеев! Я скажу всю истину дел. Я виноват, точно виноват, но я не так виноват. Меня обнесли враги. Ноздрев! Врёшь! Дойдет до государя. Воровство, бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Благодетели, спасите, спасите, шельма сатана. Изверг человеческого рода, секретарь опекунского совета. Заложить хотели? Заложить, благодетели, спасите. Пропаду, как собака. Что ж мы можем сделать? Воевать с законом? Вы все можете сделать. Не закон меня страшит. Я перед законом найду средства. Только бы средства освободиться. Демон-искуситель сбил. Совлек с пути сатана. Черт, исчадие. Клянусь вам. Поведу отныне совсем другую жизнь. 30 000. 30 000. Тут уж все вместе, нашему и полковнику, генерал-губернаторским. Я буду оправдан? Кругом. Ну да, ну как же я могу? Все мои вещи, шкатулка, все запечатано. Сейчас принесут.
шкатулку. Крепости. Как? Крепости. Убирайтесь отсюда как можно скорее. И чем дальше, тем лучше. До свидания, Павел Иванович. Не поминайте лихом.